гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Тут что-то есть. Неужели добралась? Здесь он исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Таковы чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого орденом Троицы. Я подзабыла греческий, но он указывает на что-то спрятанное неподалеку. Я помечу места на карте. Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. Он провел своих учеников через пустыню, к оазису. Потайной вход. Потрясающе. Вот бы папа видел. Орден Троицы неумолимо преследовал пророка и его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Черт, чтоб тебе! Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Ah!
Почти внутри. Thank you.
нашла.